Начали. Значит, не хотите говорить правду? Товарищ следователь, я вам уже все сказала. Что вы еще от меня хотите? Гражданин. Что? Для вас я гражданин, следователь. Гусь свинья, не товарищ. Простите, я вас совсем... Вы, гражданка Баур, мне все расскажете. И как вас завербовала немецкая разведка, и как вы в Ленинграде организовали шпионскую сеть. Простите, гражданин следователь, ну какая организация? Мы в моей коммунальной квартире читали стихи. На немецком? Стихи читали на немецком? Ну да. Так и запишем. Общались на немецком языке. Читали. А сами, прикрывая своими стишками, договаривались, как расшатать основы советского государства. Организовать теракты. Да вы же сами не раз бывали в нашей коммунальной квартире. И прекрасно знаете, что если в одном углу кто-нибудь чихнет, то будь здоров, говорит вся квартира. Но о каких диверсиях можно договариваться? Я и вам Гёте читала не раз. И на немецком. И в переводе. Кажется, кстати, что в оригинале вам понравился даже больше. Молчать! Ты мне, тварь, все расскажешь. Даже то, чего не знала. Вспомнишь! Мы вас, врагов народа, всех под корень вырежем, чтобы не мешали строить нашу страну. Вспоминай, где и когда тебя завербовали. Гражданка Бауэр, не забывайтесь. Лучше начинайте вспоминать, когда вы впервые встретились с немецким резидентом. Вы сошли с ума. Вы все сошли с ума. Ладно, как говорится, у нас и не такие кололись. Конвойный, увести! Стоп, молодцы, давайте попробуем.